Ансамбль зданий Сапоговской психиатрической больницы – памятник архитектуры регионального значения. Для своего времени это было современное медицинское учреждение. Годы прошли, технологии шагнули вперед. Авторам проекта реставрации пришлось учитывать и историческое прошлое, и настоящее. Был разработан проект приспособления для современных условий. И уже с точки зрения современной медицинской мысли, современных медицинских достижений для оздоровления душевнобольных, был этот корпус начинен современной, скажем так, инженерной структуры, современными технологиями, но с сохранением, с полным сохранением его исторического облика. В крыльях здания располагались палаты для пациентов, в мезонине кабинеты врачей. Новый проект сохранил такое деление. Не забыли и про детали. Например, деревянные окна для корпуса делали на заказ. Все исторические моменты и тонкости соблюдены. Если снаружи посмотрите, это и фальцевая крыша совершенно уникальная, да, которая считается и по сей день самой надежной кровлей. В общем-то, и со всеми этими моментами все было отреставрировано. Всего в новом корпусе смогут разместиться 106 пациентов. Из них 30 коек интенсивной терапии и 6 неотложной помощи. Для наших пациентов очень важно находиться в красивой, чистой, современной среде. Есть даже такое понятие «психотерапия средой», которое для наших больных очень важно. Поэтому в этом помещении, я надеюсь, они будут выздоравливать гораздо легче и гораздо быстрее. Корпус начнет функционировать после установки всего оборудования. Анастасия Шугаева, Сергей Дорохов. События дня.